Энтони Дженкинс, бывший гендиректор крупного международного банка Barclays, прокомментировал взаимосвязь между финансовыми институтами и технологией блокчейн. Во время интервью на CNBC он сказал, что банки развиваются не так быстро, как новые технологии, добавив, что технология блокчейн может помочь банкам, например, в предоставлении ипотечного кредита в течение 10 минут. Уже в конце августа 2017 года в докладе Всемирного экономического форума говорилось, что банки значительно отстают от основных технологических усовершенствований, таких как облачные вычисления, искусственный интеллект, аналитика данных и прочее. Ранее Дженкинс отмечал, что блокчейн имеет потенциал усовершенствовать финансовую систему высоким качеством, низкой стоимостью, безопасностью, честностью и прозрачностью.